приветствовать вас на субботнике. В парке сегодня многолюдно. Десятки людей активно трудятся. Волонтеры, медики и неравнодушные местные жители приводят в порядок лес. Для Марии Воронцовой этот субботник дебютный. Когда у меня родился ребенок, и мы здесь с ним гуляли всегда, и, конечно, хотелось бы, чтобы привели здесь, навели порядок. Кусторезы, грабли, перчатки и мешки для мусора. Фронт работ в Глазынинском лесопарке большой. От сбора прошлогодней листвы до опиливания сухостоя. После уборки по уже сложившейся традиции участники угощались горячим чаем и полевой кухней. Карина Еряшева, телекомпания «Одинцова».